Луковицы нарцисса махрового Вествард относятся к сортам, которые как будто специально выведены селекционерами, чтобы вскружить головы садоводов. Яркий и светлый, буквально пронизанный солнечными бликами махровый цветок покорит с первого взгляда. А если к этому добавите крупные цветки с дополнительными лепестками и махровой коронкой, то ценность такого нарцисса на участке значительно увеличится. Он производит очень интересный эффект. Особенно удачно будет смотреться посаженный группами по несколько луковиц. Среднецветущий сорт будет достаточно долго радовать своими солнечными соцветиями. Нарцисс махровый Вествард – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок, каменистых горок. Нарцисс прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола нарцисс махровый Вествард можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания нарцисса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает нарцисс махровый Вествард в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме иглоподобный. Обратите внимание, что нарцисс махровый Вествард – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.